Июнь стал самым жарким месяцем за последние десятилетия. В знойные дни к врачам скорой обратились более полусотни жителей республики с жалобами на плохое самочувствие. Причиной ухудшения здоровья стали неблагоприятные погодные условия. Республиканский центр медицины катастроф подвел статистику месяца. Врачи выяснили, что за июнь бригады 10 раз выезжали к пациентам, чей возраст перевалил за 100 лет. В основном их беспокоили повышенное артериальное давление, температура и затрудненное дыхание. Все долгожители вовремя получили медицинскую помощь.